Господи, когда я наконец-то открою этого грёбаного оперативника? Почему я играю этот ангар миллионы миллионы раз? И он мне не открывается, объясните мне. Играю до 17, играю ангар. Мне не падает этот самый оперативник. Когда же ты мне нахрен упадешь? Всем привет, дорогие друзья, с вами Серега, и знаете, я уже очень много поиграл ангаров и до 17, и не только со своего аккаунта, и мне нифига не упал ни один оперативник, а получить эти все 5 карточек, открыть это достижение, охота, знаете, не только потому, что дадут какие-то прикольные пушки, ну просто ради принципа, почему бы в принципе и нет, просто попробовать, почему бы нет. Вот, ну нифига не получается, мне поприсылали очень много скриншотов, где люди из двух боев пооткрывали оперативников, но почему-то у меня это не получается, и сегодня я попробую все же еще раз это сделать, и может быть, наконец-то на этот раз у меня все получится, а может быть и нет, но я все же надеюсь, что получится, знаете, и получить как бы киллтек и чайтак по халяве тоже неплохо, потому что я не хочу тратить на них деньги, ну как бы мне скины, они прикольные, да, все дела, но тратить на них деньги... Честно слово, неохота. Где звук? Ладно, хорошо, без звука поиграем. Почему-то звук... Вот видали, как зафризил, да? То есть, погодите, админы Warface говорят, что они пофиксили фризы, но они сами си... О, чувак заподстволил. Прикинь, звука в игре нету. Господи, что... Нету звука в игре, вообще нету. Я просто наушники переключил. Ладно. О, желтый пинг. Это по-любому я должен защитить. И да, ребят, кстати, забыл сказать то, что сегодня я должен сыграть, опять же, 2-1, чтобы не выполнять испытания. А, то есть, чё, я же прям в хэт ему попал. То есть, если я сыграю 2-1, то Наталья выполняет мое желание, мой челлендж. Если я не сыграю 2-1, ну вы поняли. А, в общем, на самом деле, я уже сыграл этот бой, и он просто записался без звука. У меня нахерачился микрофон, и сейчас я его перезагрузил. Грузил, вроде он работает, и звук из игры пропал. То есть, как всегда, какая-нибудь... Чё, блин, ничего это было? Короче, как всегда, какая-то херня получилась, но там я все же смог сыграть 2-1, поэтому, друзья, все же, если я сейчас не сыграю 2-1, возможно, мы с Наташей выполним вдвоем один и тот же челлендж. Мы как-то без звука так непривычно играть, все тихо, блин, ну... А? В смысле, какая разница? Я вообще никогда со звуком игры не записывал. Ну, то есть я обзор на какие-то пушки делал, я всегда звук вырубал, потому что как-то считал его лишним. О, господи, как ты, чё, ты чё за ФК, только не вылети по-братски. Блин, 0-2 уже играю. Ну, знаете, ребят, серьезно, как бы сыграл, да, 2-1, но сейчас попытаюсь уже еще. Кстати, кто не в курсе, про что я вообще говорю, зачем нужно играть ангар до 17, чтобы получить достижение, карточки оперативников, кто вообще не в курсе, про что я, то посмотрите вчерашний мой ролик и смотрите, что я там вообще рассказывал, говорил. Ой, чувак, жмись, отлично, я его зажал. Кстати, погоди, да стой, да кто мне хп... Господи, я просто не понимаю, откуда, вот как тут реально можно... Что это так... Кстати, ребят, опять же расскажу какую-то конкретную историю, почему админы, ну, немножко в рунишке так мягко вырыли, чтобы люди через большую грубость меня не осуждали. Админы наврали, что они пофиксили фризы, они нихера не пофиксили фризы, на самом деле у меня стало фризить и в 2 раза больше. Когда, окей, когда они первый раз ввели эту обнову с рейтинговыми матчами, да, но у них рейтинговые матчи лагали, да, хорошо, скажу честно, у меня не фризило, но когда у них что-то там случилось с рейтинговыми матчами, какая-то залупа получилась, то они как-то починили все же рейтинговые матчи, но... Откуда ты прилетел? У меня они меня задолбали убивать гранатами. Вот, ребят, почему я играю без гранат на всяких стримах? Потому что я не могу играть с этими странными обоссанными гранатами. Они непонятно откуда прилетают. Я не знаю, люди походу как-то вот так вот их как-то кидают, что они во все углы прилетают. И это реально стрёмно. То она меня откуда убивает, то еще откуда-то убьет. А, в общем, вообще, вот что, прости, хорошо, что ты не успел меня, чувак, убить. Так, ну 2-1 играем. Вот, и после того, как они все же вернули рейтинговые матчи, Warface стал не то что фризить, как фризил, он стал фризить 2 раза больше. Поэтому админов посчитайте молодцами, что они пофиксили фризы. Я не могу, потому что они опять их вернули. И Warface без фризов уже реально не представляется. Как я уже говорил, что-то чинят, что-то ломается еще. Так что, думаю, вы поняли. Кстати, ребят, я создал опять свою скилловую комнату. Ко мне зашли подписчики. Блин, первая игра, конечно, она была подинамичнее. Я там не кричал побольше, потому что там меня пара дебилоидов доставала. Короче, просто подходили, тыкали меня ножичком. Это, наверное... По их мнению, было забавно. Господи, он меня не слил. Я реально был, наверное, уверен, что он меня сольет. Я, знаете, ребят, я реально боюсь сейчас бежать куда-то рашить, потому что чуваки-то... О, там... Ты видал? Через стену убил. Как? А, в смысле, а, ну, в принципе, прострел, но откуда он знал? Ну, ладно, в принципе, окей. Как бы чуваки там не особо сами рашат, и бежать на них вот так вот...
очень... Вот так настырно, это очень тупо будет. Ну, чувак, ну сдохни. Отлично. Скальта, скальта, давай, шапочку. Ну, ну, ну. Кстати, давай, давай скальта поставлю еще. Ладно, все, я понял, чуваки, я понял. Так, ну, в принципе, 2 к 1 я пока играю, ребята. Так что стараемся, стараемся. Извиняюсь, что, ребят, звуков игры нету, но так получилось, потому что нужно игру было перезапустить перед тем, как идти играть. Потому что я вообще первую игру записал, у меня микрофон не работал. То есть просто сидел. Ой, скальта убил. И разговаривал сам с собой. Ну, это получилось, правда, не особо интересно, потому что, наверное, вам было бы неинтересно этот видос, где я просто шевелю губами без звука. Ну, хотя хрен знает, мне кажется, это такой видос. Кто-то да посмотрел, кому-то да он понравился, почему нет, забавно. Ну, в принципе, окей. Ой, чувак, вообще, вот такие. Не, на самом деле такие чуваки, ребята, очень хорошие, потому что они реально классные. Вот в прошлой тиме у меня было пара дебилотов, которые просто вот весь матч тыкали мне ножом и играли 4-20. Мы еле-еле выиграли, ребят. Они просто так меня бесили. Их еще не кикали, они там с одноклассниками, походу, засели и играли. И, кстати, смотрите, прикол в том, что... Сейчас покажу. Ну, тихо-тихо, чувак, ну, умри, ну ладно. Смотрите, видите, он сначала дергает, а потом обойма выдирается. Так прикольно получается. Админ... Сыграйте уже на 20 очков. На 20 очков все равно? Не знаю, я тащу. Ой, нифига, 17... Наталья, это мое оружие, на походу. Ну, просто я крысь, на самом деле, ребят. Я вот напишите в комментах, я крысю или нет, потому что... Я не знаю, я никогда не люблю стоять на месте, но иногда, походу, получается, когда... Ну, не получается, не рашить, не... Я почти кружака сделал, господи, чувак почему-то, у него... Кстати, вот эти, ребят, шлема, которые за вулкан, они нереально мощные, потому что их пробить, ну, действительно трудно. Кстати, я рад, ребят, что вам нравится, когда я в лайве записываю. Ну, в лайве, это, понимаете, другой режим, когда я без лайва записываю, сначала геймплей, потом озвучиваю. Да откуда ты гранта... чаще всего это получается то, что я рассказываю какой-то пушке, да, спокойно, а тут... Больше люди смотрят на эмоции, на мои живые, то есть как я играю с оружием в лайве, все дела. Ну, кому-то это нравится, то есть даже многим это нравится, ну как бы по-новому что-то, да, на самом деле прикольно. Вот чувак играет 5-15, но он, по крайней мере, не тыкает меня ножом, это хорошо. Знаете, вот люди постоянно кикают с последних мест чуваков, которые плохо играют. Я чаще всего кикаю либо дебилов, которые вместо того, чтобы играть, они... Тыкают меня ножом или занимаются полнейшей херней, отвлекают меня, играют, да, то есть стоят, тыкают меня ножом, стреляют или еще какая-нибудь херня, флешки мне под ноги кидают, ну флешки имею в виду напрасно, то есть, да, и, или чуваков, которые оскорбляют меня, то есть я не кикаю за то, что кто-то плохо играет, мне как-то насрать, как он играет, ну проиграли и проиграли, в принципе, что такого, но если он именно мешает играть, то есть, ой... Опять зафризило или что это было вообще такое? Ребят, я так отвык играть без флешек, то есть без гранат, потому что на стримах я всегда без них играю, сейчас я просто охрень как отвыкаю, потому что все, каждый кидает по 10 гранат. О, видала, как зафризило! Ты видала? Да, видела. Что это за говно, админы, вы чё охуели? Мрази, господи, мы пофиксили фризы, дадите вы нахер, админы, пофиксили не фризы. У меня компьютер стоит, господи, обосрался можно, у меня... 5 батлфилдов запустить можно, и 5 GTA-шек. Они не лагать не будут. А Warface, видите ли, тут фризит. А почему не убились-то? Ладно, что я хотел сказать еще. Я и без записи, то есть, также абсолютно играл, и он очень... Понимаете, он не то, что как раньше фризил, то есть, опа, маленький микрофриз, да, прошел? Он охренеть как зафризивает, то есть, именно на секунду примерно зафризивает. У меня такой, ребят, Чувак на нашей респе. Блин, вы куда проигрываете? Вы чё? Блин, ну куда вы, чуваки? Нет, ну не проигрывайте, погодите, ну не резайтесь по-братски. Стоп. Охренеть, мы проиграли, короче. Жесть. Нет, стой, чуваки, не резайтесь, пожалуйста. Стой, не резайтесь. Да блин. Твою мать. Я же играл. 3 фрага оставалось. Твою мать, а чё, почему мы проиграли? 8-21, 10-22, 3-2, 13-2, 13-18, 13-18, 17-19... У нас все в минус сыграли, ты посмотри, у нас абсолютно, у нас абсолютно все в минус сыграли. А у меня вроде ни разу вообще чувак не убил. Абсолютно все в минус, кроме меня, сыграли, смотри. А не один чувак один к одному, а не, он в принципе в минус играл, он почему-то засчитался как один к одному. Ну блин, давай короче так я предлагаю, то есть первый раз я выиграл. Где? То есть я выиграл, первый раз, когда без записи, ну он не записался. Сейчас я проиграл, то есть давай один челлендж выполним вдвоем.
Окей, то есть смотрите, мы один челлендж, одно желание выполняем вдвоем. Ну и думаю, вам будет это реально интересно посмотреть. Господи, каким образом это получилось? И надеюсь, друзья, магазин обновляется, то что наконец-то когда-нибудь... Хотя вы все знаете, что в Warface никогда фризы не пофиксят. Ну серьезно, их сделали намного больше. То есть раньше могло оп, молясь зафризить, но сейчас фризит именно очень сильно замирает экран. То есть ты бежишь, он оп! Ну, когда на тебя, наверное, чувак какой-нибудь выпрыгивает, да, резко, или гранта пролетает, выпрыгивает, и у тебя замирает экран просто на секунду. Просто напишите в комментах, у кого так же, но не думаю, что у кого-то прямо идет Warface очень гладко, либо у кого-то нереально херовый ком, что он, у него настолько лагает, что он даже не замечает эти фризы и думает, что у него там это из-за компа, на самом деле. Нифига это не из-за компа, братан, это вот именно то, что ты правильно подумал из-за самого Warface, то, что он так лагает. Зайди в другие игры поиграй, у тебя там так фризить не будет. Может, у тебя будет лагать, но именно такие тупые фризы у тебя происходить не будут, так что надеюсь, что когда-то это все дело исправит. Спасибо всем огромное за просмотр, друзья, приятного просмотра челленджа, ставьте лайки, подписывайтесь, вступайте в группу, загляните в описание, там есть много интересных ссылок. С вами был Серега, ну, Наталья немножко была. Всем удачи, друзья, всем пока.